Друзья, с радостью представляю вам новую книгу, которая буквально только что вышла из типографии. Называется она «Астрология наследственности». Книга продолжает серию материалов международных конференций, которые проводит наша школа ежегодно. И эта книга создана по материалам 4-й международной конференции, которая проходила в 2022 году. Книга очень интересная, потому что сама тема наследственности является таинственной и загадочной. Современные ученые говорят, что секрет наследственности в передаче генов от поколения к поколению. Но существует ли ген таланта, ген успеха или ген доброты, ген несчастий? И как смотрят на тему наследственности ведические науки, такие как джьотиш, наука о карме? Джьотиш рассматривает индивидуальную карму человека, однако также имеет инструменты, чтобы проанализировать родовую карму. Ведь в одной семье может родиться одаренный, талантливый человек, который продолжит дело родителей. А также всем нам хорошо известна поговорка, что природа отдыхает на детях. Так вот, кто же продолжит дело своих родителей? Это покажет наш гороскоп. И королевой бала нашей конференции по джьотиш была, несомненно, не только Раши, основной гороскоп рождения, но и два дашамша, варга, которая показывает карму рода. Именно ее анализ говорит, будем ли мы наследовать гены успеха, таланта наших родителей, или мы будем заниматься своим делом, пойдем своим путем. В книгу легли очень интересные доклады, которые прозвучали на конференции. Основной базовый доклад, который раскрывает тему наследственности со всех сторон, был сделан с вами Данди, почетным гостем нашей конференции, где он рассказывает о том, что же такое джьотиш-генетика, какова разница концепций и научных подходов к этой теме в современном мире. Здесь есть доклады, которые посвящены спортивным династиям, творческим династиям, исследования о наследственной непереносимости продуктов питания, непереносимости лактозы и глютена. Это тема, которая все более и более привлекает людей в современном обществе, потому что все большее количество людей страдает этими недугами. Можно ли унаследовать счастливую супружескую карму в семье или, напротив, несчастливую? Ведь иногда психологи говорят, что мы копируем паттерны поведения родителей в семье. Так это реальность или это все-таки миф, и мы можем не зависеть от того, были ли наши родители счастливы в семье, и строить собственное счастье. Вот эту интересную тему мы тоже исследовали на нашей конференции, и здесь вы найдете доклад «Тяжелая женская доля», «Злой урок» или «Собственный выбор». Также очень интересный доклад, который посвящен передаче наследственных заболеваний. На примере семьи Виндзоров была прослежена передача гена гемофилии вплоть до нашего последнего царевича, царевича Алексея рода Романовых, который страдал этим наследственным заболеванием, полученным еще от королевы Виктории, которую называют бабушкой Европы. Также мой доклад тоже вошел в состав этой книги, и он посвящен роли упаграх теневых планет. Как упаграхи показывают, передается ли в семье то или иное несчастье. Друзья, я уверена, что эта книга обогатит ваше восприятие мира, даст вам правильное понимание законов кармы и законов судьбы. Представляю вам книгу «Астрология наследственности».